Бонджорно, амичи. Сегодня я хочу вам показать немного мои рабочие процессы. Я начала свое утро с подготовки заказа и отправки заказа. Забыла это снять, я имею в виду саму отправку, но могу показать вам его упаковку. И еще мне нужно было закупить ткани на новые эксклюзивные изделия, которые я делаю на 100% в Италии. Это будут платья-рубашки, которые были уже в моей коллекции, но они каждый раз представлены в единственном экземпляре, и они, по сути, практически никогда не повторяются. Так что я купила много красивых тканей, покажу вам немного. Бонджорно, друзья! Мы с вами перенеслись в другой уже день. Вчера я пропала, потому что я занималась созданием контента. На самом деле, создание контента, коротких, длинных видео, постов для 4 разных платформ. Это Instagram, YouTube, Telegram и TikTok. Я занимаюсь практически каждый день. Сейчас я иду покупать пуговицы на новые рубашки, которые уже в производстве. Я дала вчера ткани портному и готова потратить еще пару сотен евро на пуговицы. Я покупаю всегда самые лучшие итальянские пуговицы из перламутра. No, va bene con le mani. Va bene con le mani. Потом я забрала рубашки от портного, они уже были полностью готовы, но их еще нужно было вышить. Всего я сделала 5 моделей для этого запуска, все в единственном экземпляре, и каждая имеет свой цвет и свои детали. Поскольку у этих моделей уже достаточно яркие цвета и активные принты, то на них будут только небольшие вышивки. Это будет символ моего бренда «Сердце с крыльями», такой очень графичный, и также вышивка названия самого бренда на спине. «Сердце с крыльями» будет вышито на передней части, на груди слева. Я вообще обожаю эти модели, потому что каждая уникальна, у каждой свои интересные детали. Например, у этой пуговицы в форме жемчужин. У каждой из этих рубашек пуговицы сделаны из настоящего перламутра, и они все разной формы. Здесь у меня на вешалке 5 моделей, которые будут выпущены совсем скоро, и 2 модели, которые еще будут вышиваться, но это будет превью коллекции «Весна-лето 2024». Там будут вышивки уже более летние, потому что сами рубашки сделаны из льна. Мне вообще кажется, что настоящее качество и стиль читаются именно в деталях, поэтому я обожаю тот факт, что у каждой из этих рубашек очень интересная деталь, например, эти пуговицы из перламутра в форме сердца, мне кажется, это очень мило. Еще это супер универсальная модель, потому что рубашка свободного кроя, она длинная, и ее можно носить как платье с кедами или с туфлями, босоножками, как хотите. Или можно носить с джинсами или однотонными брюками. Это относится именно к тем рубашкам, у которых принт яркий. И я обожаю эти завязки на рукавах, потому что рукава, можно сказать, сделаны с разрезом и держатся сверху только на завязках. Это очень женственный такой элемент у этой модели. Кстати, их еще можно носить как тунику поверх купальника на пляж. Потом я отнесла все эти рубашки на вышивку к моему подрядчику. Кстати, интересный момент, что эти именно рубашки, они на 100% сделаны в Италии. И они не просто сделаны в Италии, а они сделаны в Милане. То есть они спроектированы и сшиты в Милане, и в том числе вышиты. Бонджорно! Сегодня у нас новый рабочий день.
Вот это просто одна из моих любимых частей работы. Я обожаю палитру. Мне теперь из всего этого многообразия нужно выбрать оттенки. Бонджорно, друзья! Сегодня у нас день запуска коллекции платьев-рубашек. 5 штук всего. И я иду в бар работать, потому что мне нужно еще создать страницы на сайте. Вчера я уже сделала со своей подругой съемку небольшую, фото и видео, чтобы у меня было что-то к запуску. Я буду еще делать материалы, но пока что вот такие материалы покажу вам. Вообще, конечно, это очень интересная особенность, что думают, что работа модели — это так легко. Я, например, вчера отработала 2 или 3 часа моделью сама для себя. И это просто жесть. Я вернулась домой, у меня было ощущение, что я отпахала на поле. Потому что пока ты переодеваешься, позируешь, не знаю, там, перемещаешься. У меня еще и отлетел кусочек кожи на пальце на ноге. Так что, в общем, это правда тяжелая работа. Кусочек кожи отлетел от туфель, видимо, каких-то. Я меняла их часто, давно не ходила в туфлях тесных. В общем, еще и травмированные. Бонасера. Новая коллекция запущена, она уже на сайте, и я подустала сегодня реально, потому что очень много сделала технической работы на сайте, загрузила все фотографии обработанные и так далее. В общем, это было много часов работы. Хочу порадовать себя, съесть что-нибудь сладенькое в своем любимом баре. Я это заслужила. Надеюсь, что эта коллекция, этот запуск будет успешным.